Всем привет! Вот мы сделали один скат на медовые половины, если быть точным, ее. Начали делать еще один скат. Это тесовая кровля. Делается из доски. Мы сделали ее шагом 5 сантов из доски 32 на 150. Сейчас покажу, как выглядит это все дело снизу. Вот так это все выглядит снизу. Главная особенность этой кровли — это улыбка. Если положить неправильно, то будет затекать. Всем пока.